Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как оставаться стильным, если у вас совсем мало денег на покупку одежды. Первое. Забудьте о моде, ведь мода не имеет ничего общего со стилем. Помните, что мода – это всегда дорого. Стиль же – это бесценно, при этом стиль не требует больших затрат. И отсюда второе. Найдите свой стиль. Просто подумайте, чем вы чаще всего занимаетесь, проанализируйте свою жизнь, в какой одежде вы действительно чувствуете себя комфортно. Например, мой стиль – это casual с ноткой спорта, и он просто идеально вписывается в мою повседневную жизнь. Начнем с обуви. Вы не обязаны покупать 20 пар. Лично я придерживаюсь правила, что обувь должна быть удобной и подходить под большинство моих нарядов. Поэтому моя любимая пара – это кроссовки Air Jordan, и я хожу в них практически каждый день. Я очень уважаю вещи-трансформеры. Например, это платье можно превратить в рубашку или даже в летнее пальто. А это платье из секси-наряда превращается в майку на каждый день. Не стремитесь иметь в гардеробе сотню идентичных вещей. Лучше иметь одну, но более интересную вещь. Например, эта футболка, с одной стороны серая, базовая, но за счет принта и порезов она разбавляет любой скучный наряд. Кстати, такую футболку можно сделать самому, достаточно проделать несколько разрезов на вашей старой, уже надоевшей футболке. Поэтому не забывайте периодически рыться в шкафу, чтобы превратить свои старые вещи в абсолютно новые, тем более сейчас столько туториалов на эту тему на YouTube, и делать из старых вещей новые – это совершенно бесплатно. Например, в школе я каждые свои джинсы, которые мне надоедали, превращала в шорты. Тем более сейчас вам даже не придется стараться, потому что чем больше дырок, порезов и неровных краев, тем круче. Объемные кофты всегда смотрятся очень мило и делают любую девушку хрупкой, и они очень универсальны. Мне, например, нравится делать так. Надеть такую кофту на платье, и платье будет выглядеть как юбочка. Тем более, такую кофту или какую-то подобную можно носить и на каждый день, и сделать более спортивный лук. И, кстати, если вы выбираете форму для занятий спортом, то остановитесь на плотных лосинах. Потому что в плотных, качественных лосинах можно не только заниматься спортом, но и носить их как брючки с удлиненной футболочкой или какой-то кофточкой. И никогда не забывайте про силу деталей. Достаточно добавить классные мелочи, и ваш наряд будет выглядеть по-новому. Я, например, просто влюблена в свою кепку, и как аксессуар мне очень нравится носить очки. И такие очки можно купить совсем недорого, потому что некоторые из них мне удалось найти всего лишь за 100 рублей. И да, ребят, это все советы, которые я хотела вам рассказать. Я очень надеюсь, что они вас вдохновят и хотя бы немножечко помогут. Не забывайте ставить палец вверх и подписаться, если вы впервые на моем канале. Помните, что вы самые лучшие, я вас очень люблю, и до встречи совсем скоро.